В Старошкольском театре переносят последние спектакли года. Из-за ухудшения эпидситуации и болезни артистов с декабря на январь перенесены песни прошлых лет, дредноуты и простые житейские истории. Не сыграют в этом году еще две постановки «Идеальная семья» и «Кошка, которая гуляла сама по себе». Приобретенные билеты зрители могут вернуть или воспользоваться ими, когда будут объявлены новые даты перенесенных спектаклей. На 26, 27 и 28 декабря запланирован премьерный показ постановки «Сотворившее чудо». Случится ли новогодний чудо и пройдет на сцене Большого зала последняя постановка 2020 года, пока точно неизвестно.